состоялось очередное заседание общественного антикризисного штаба Брянской области. В этот раз рабочая группа обсуждала развитие малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса. В состав рабочей группы общественного антикризисного штаба вошли руководители крупных предприятий Брянска, представители малого и среднего бизнеса, профсоюзные лидеры частного предпринимательства. Председательствующим на заседании выступал заместитель губернатора Брянской области Михаил Кобозев. Каждый из членов рабочей группы озвучил свои меры по работе малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса. Я не могу не упомянуть и предприятия сельскохозяйственные, малые. И производящие продукцию, и перерабатывающие продукты сельхозпроизводства. Это тоже очень важная и серьезная отрасль у нас. Ну вот есть такой термин, да, глубокая переработка. Михаил Семенович знает, я думаю, очень хорошо, что это такое. И наша задача, чтобы из региона вывозились продукты глубоко переработанные и как можно меньше полусырья. А еще Виктор Гринкевич предложил создать такие экономические условия, чтобы малому бизнесу было интересно работать в кооперации с крупными промышленными предприятиями. Ведь не всегда малые заказы могут быть размещены на больших заводах. Вот тут частники и смогут помочь. Кооперацию, конечно, надо развивать. Это мировой опыт, мировая практика, чтобы малые предприятия давали большим по кооперации какие-то эти. Но нельзя на сегодня и разорять, чтобы уничтожались старые предприятия. Есть ряд факторов, к сожалению, где не надо деньги. Это отношение чиновников к тому, к людям, которые занимаются бизнесом. Я просто вот внимательно всегда слушаю нашего президента, он об этом говорит. Это первое, чиновник должен внимательно относиться, решать проблемы субъектов малого бизнеса. Для снижения нежелательно частого общения частника с властью в Брянской торгово-промышленной палате уже создан Центр развития предпринимательства. И мы поставили для себя основную задачу – создание на базе Брянской торгово-промышленной палаты многофункционального центра поддержки предпринимательства и содействия развитию по системе работы одного окна, чтобы каждый, тот, кто хотел бы создать бизнес и не знает вообще, с чего начать сделать первый шаг, пришел и, начиная от первой консультации, прошел пошагово, с ним мы, с нашим сопровождением, за ручку проведем по всем необходимым этапом этого пути. В новом центре можно будет узнать, как с нуля открыть новое малое предприятие, а также специалисты БТПП помогут переориентировать уже существующее частное предприятие на новый вид деятельности. Презентация нового многофункционального центра поддержки предпринимательства состоится в течение месяца в Брянской торгово-промышленной палате. Алексей Есипенко, Анатолий Чекрыгин, телеканал РЕН-ТВ Брянск.